Мы сейчас видим то, что в стране очень большая такая дестабилизация, вакуум во власти. Непонятно, что сейчас происходит, поэтому сегодня официально объединились 4 политические партии. Этот меморандум подписан лидерами политической партии «Республика» Мамбетов Бабанов, лидером политической партии «Атамекен» Джанаром Акаевым, лидером политической партии «Бирбол» Алтынбеком Сулаймановым и лидером политической партии «Реформа» Клары Сурангубой. В целях сопротивления, сохранения стабильности государства, единства народа и установления новой легитимной власти в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, политические партии «Республика», «Атамекен», «Бирбол», «Реформа» приняли решение о консолидации и объединении усилий по легитимизации и возврату доверия к новой власти. Для достижения этих целей вышеуказанные партии приняли решение о выдвижении единой кандидатуры Бабанова Юрбека на должность премьер-министра Кыргызской Республики и выдвижении кандидатуры Токтагазиева Телека на должность первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики.